Киев насаждает образ врага в лице РФ посольства. Российское диппредставительство в Вашингтоне призвало США не поддерживать пещерный национализм в Украине и других странах Восточной Европы. Российское посольство в Вашингтоне назвало погромы здания Россотрудничества в Киеве и двух банков проявлением пещерного национализма. Заявление российского представительства размещено в Facebook. Дипломаты подчеркнули, что Россия ожидает от властей США прекращения практики поддержки пещерного национализма в Украине и в других странах Восточной Европы, так как это чревато эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма. В посольстве утверждают, что Киев активно насаждает образ внешнего врага в лице России. Российская сторона обратилась в ОПСИ с требованием оперативно отреагировать на вопиющие проявления агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем. Напомним, 18 февраля представители националистических организаций провели в Киеве акцию под названием «Смерть России». Участники марша булыжниками и яйцами забросали здание Россотрудничества, а также повредили фасады Сбербанка и Альфа-банка. После завершения акции они провели короткий митинг, во время которого сожгли флаг России. Россотрудничество. Офису в Киеве нанесен серьезный ущерб. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.